Мы находимся в АО «Артель», это Курская область. В хозяйстве имеется на сегодняшний день 1918 гектар озимой пшеницы. С осени озимая пшеница ушла в зиму в удовлетворительном состоянии. Зимы в этом году практически не было у нас, снежного покрова тоже очень мало, недостаточно. На данный момент имеются проблемы с влагой. В последнее время из протравителей в основном стараемся выбирать это готовый продукт, потому что его проще готовить. И как бы вот показывает опыт, что этот препарат более лучше работает, там нет проблем таких, которые там при смешивании возникают. Все-таки готовый продукт — это наше будущее.